июня 2022 год. Встречаем одного брата. Проедь дальше метр. Дальше проедь чуть-чуть. Он не слышит, наверное. Подойдите, скажите, что вот так Что он сказал-то? Что он не сказал? Я ему сказал протянуть. Всё, стой! Куда потянуть-то? Хорошо, я рад, что вы меня встретили. Ага. Я уже думал, может быть, ну, что-то произойдет, что снова придется идти. Да нет, ты что? Ты бы заблудился. Да не, мне Игнатик Ильич объяснил. Примерно, что так. Ага. Я знал. Короткая она. И он говорит, притянуть. Ой, хорошо, что вы здесь были и все сказали, а то бы так и... Все, с Богом. Володя, этот мост выстроили, что ли? Да, который сгорел. Вот мы его заново сделали. Предыдущий сгорел весной. Мы еще и на машине поедем? Ну, конечно. Ну, все, слава Богу, за все. Аллилуйя.